Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы скульпторов и художников с описанием из книги «Великие музеи мира». Куклы теневого театра «Братья Пандавы», «Остров Ява», 20 век, кожа буйвола, рог, раскраска, золочение, высота фигур 91, 63, 66, 57 и 57,5. Ваянг Купид. Театр теней является одним из наиболее характерных элементов культуры Индонезии. Его формирование связано как с сильным индуистским влиянием, так и с местными анимистическими представлениями. Обычно куклы для этого театра вырезались из кожи буйвола, раскрашивались и крепились на бамбуковых рейках, с помощью которых они двигались. Каждая изображала персонажа знаменитых индийских эпосов. Махабхараты или Рамаяны. В данном случае перед зрителем 5 кукол, которые представляют Пандавов, сыновей царей Панду, центральных героев Махабхараты. Одной из основных сюжетных линий этого эпоса является борьба Пандавов со своими двоюродными братьями, Кауравами. Братья Пандавы символизируют определенные качества. Юдхиштхира, старший брат, служит образцом терпения и искренности. Бхима является примером воинской храбрости, решительности. Арджуна выступает как аскет, обладающий огромной силой. Накула и Сахадева – близнецы. Первый олицетворяет верность и благочестие, второй – мудрость. Оба они неустанно следуют за Юдхиштхирой. Вот такое описание к работе куклы теневого театра «Братья Пандавы. Остров Ява. 20 век» я нашел в книге «Великие музеи мира». Пока-пока. До свидания.